Совсем скоро Меган Маркл впервые станет мамой и ее мужу, принцу Гарри сейчас меньше всего хочется заставлять любимую волноваться и переживать. Именно поэтому герцог Сассекский на днях сделал все, чтобы избежать встречи со своими бывшими возлюбленными Элли Голдинг и Камиллой Тёрлоу. В минувший четверг принц Гарри вместе с братом Уильямом и Чарльзом, своим отцом, посетил премьеру фильма «Наша планета» в Лондоне. Уже после того, как мероприятие прошло, в прессу попали любопытные подробности светского раута. Как выяснилось, первоначально на званом ужине Гарри должен был занимать место за одним столом с Тёрлоу, бывшей мисс Эдинбург. С ней он встречался за 5 лет до встречи с Меган. Говорят, что организаторы забыли про этот факт, и в итоге им пришлось в последние минуты раздавать экстренные указания о том, что Камиллу нужно отсадить за другой стол. Место Тёрлоу позже занял Чарльз. А Голдинг, с которой Гарри видели целующимся летом 2016 года, и вовсе пришлось пропустить вечеринку, последовавшую за премьерой. Говорят, что певице дали указание отказаться от идеи приходить на автопати, чтобы случайно не встретиться с Гарри и создать неловкую ситуацию. Об этом позаботились представители герцога Сассекского. Британская пресса сообщает, что бывшим пассиям принца дали четкие указания не подходить и не общаться с монаршими особами.